Всем привет. Всем привет. Там Илюша, сейчас я вам покажу. Вот она, Илюша. Скажешь привет? Привет. Мы идем по улице Подлесная. Вот это 8-й дом. Танцевать. У тебя одни танцы на уме. Собирать грибы. Да, идем по грибы. Сейчас папа пошел купить водички и нас догонит потихоньку. Да, да, вот сюда идем. Он же не может как Соник бежать. Да, он догонит нас сейчас. Пошли, Илюш. Идем потихоньку, не спеша, чтобы далеко не уйти от папы. Взяли кофты с собой. Сейчас только зайдем в лес, сразу оденем кофты, потому что клещи не дремлят, да? Могут напасть. Моя кофта в пакете. Папа одел сразу. Я не стала, потому что очень жарко. Так что идем. Последние дома. Двухэтажные на Подлесной. Сейчас мы придем, где Настя там танцевала, да? Ну да. Она уже заброшена. Настя тогда ходила у нас на кружок на пение, на танцы. Раньше здесь, в этом здании было. Сейчас вам покажу. Оно уже сейчас заброшенное, разваленное, разбитое. Окна разбитые. Но это не снаряд, туда ничего не попало. Это просто сами жители все растянули, разбили. Да, чистотел. Вон еще. Не только для бороды. Для бородавок, для бороды. Вот он, чистотел. Вот наш спорткомплекс. Там и бассейн строили, делали. Ну, тренажерный зал был. Интересно было. На поселке хоть молодежь куда-то ходила. А сейчас клуб сгорел. Спорткомплекс разобрали, разгромили. Да, оно уже позарастало все. Жалко, очень жалко. А раньше, говорят, здесь была обычная школа. Ну вот здание, Илюш, видишь? Окна побиты. Пошли, Илюш. Не беги, не беги, а то упадешь. А тут начинаются частные домики. Прям возле леса, улица землячки. Знаете, может, из рогатки стреляли камни? Может, и из рогатки стреляли, и просто так. Так, ждем папу. Да, вот тут. Нет, нам вон туда, в лес. Но мы сейчас ждем папу. Тут вот можно где-то присесть. Да, там есть столик, полянка. Тут местные тоже сидят, отдыхают. И можно присесть. Да, а я, ребята, уже... Грибочки, смотрю. Да тут много улиток, Илюш. То мы ходили, цветочки рвали. Теперь собирались очень долго на грибочки. И вот выбрали время. Настя на работе, Ваня поехал, его вызвал инструктор по парашютному спорту, что-то там. Ну, мальчишек повызывали, поехали, короче. А мы опять с младшими сами. Вон столик. О, не надо, это же земляничка. Тём, не рви. Это будет маленькая земляничка, ягодка. Ты что? Нельзя рвать. Ладно, ждем папу. Папа придет и пойдем искать грибочки. Сидим, ждем папу. Очень хорошо тут. Но жить, конечно, возле леса я бы не смогла. Это кто любит прям такую тишину, чтобы никого не было. Не, я бы не смогла так прям впритык к лесу жить. Но очень хорошо здесь отдыхать. Столик прям такой хороший здесь построили, сделали, молодцы. Там вон на дереве даже вешалку повесили. Так что ждем папу. Да?
Да, вот этот муравей ползает из этого стула. Папа пришел с магазина. Что папа купил, Илюш? Мороженое. Мороженое. И у Тёмы, и водички. И даже мне перепадет мороженое, мое любимое плодово-ягодное. На, Илюш. Спасибо. На водичку. Сейчас перекусим и пойдем по грибочке, да? Угу. Папа, скажи всем привет. Муравей. Пока. Муравей. Да он тебя не трогает, муравей этот. Боится муравья. Давайте, кушайте и пойдем. Так, выпивай воду и пойдем. Два. Ой, наши первые грибочки. Надо отрезать ножичек у папы или вот так вот отломать ножку и оставить. Вообще они белые, эти грибочки, но это уже припеклись на солнце. И вон тоже. Так что первый гриб, подожди, Илюш, вот папа ножик дал. Сейчас мы ножку срежем. Это в пакет надо, возьми. Они такие вкусные, но они должны быть белые, но ничего страшного, тут припеклись. Но те мы брать не будем, они уже совсем высохли практически. Так что грибочки в лесу есть. Так, ну что, идем мы уже обратной дорогой домой. Насобирали. Ну, чуть-чуть. С картошечкой пожарить хватит. Грибов мало. Что-то с каждым годом их все меньше и меньше становится. Сейчас потихоньку будем идти. Может, еще найдем грибочки. В кофтах очень жарко. На улице очень жарко, но кофты снимать рискованно. Идем, Илюш. Пой песенку. Как ты пел? Не могу. Не могу. Я шел, пел песенку. Нам тут весело. Своя музыка. Так что вот такая вот красота вокруг. Классно. В лесу вообще шикарно. Отдохнули, посидели на полянке и пошли дальше. Иди сюда. Обходи, обходи эту колючку, ветку, обходи. Очень много шиповника и боярышника тут в лесу. Ну, потихоньку домой идем и будем искать грибочки по пути, понял? Где он там? А ты что, не хочешь? Нет. Чего? Вот он. Улиток полно. Это ужас просто. Да. Я столько их еще не видела за все время. Все детство проходила в этот лес с мамой. В грибах разбираемся. Но улиток не видела вообще никогда в детстве. Что ты хочешь, Илюш? Ты домой хочешь? Нет, ну мы просто пойдем. Сейчас пойдем, там надо еще. Что, нашли? Ну как это не нашел, если я говорю, нашел? Сейчас посмотрю. Можно, можно. О, не, это поганки. Да. Вообще, да, это поганки. Вот они. Это поганки. Это плохие грибочки. Тём. Угу. Зачем они тогда растут? Ну, должны расти поганки. Их тоже едят животные. А люди нет? Нет, люди нет, конечно. Очень много пиляют деревьев, вывозят. Да. Очень. Хотя пилка запрещена, но пиляют. Очень много сухих валяется. Лучше бы сухие забирали. Но не берут. Они не сухие пилят. Пиляют. Они... Пилят. Пилят. А они пиляют живые. Угу. Которые еще дают нам кислород, да? Да. Они их выпиливают. Правильно, ты сказал. А этого делать нельзя, правильно? Да. Потому что если у нас не будет кислорода, то мы не будем дышать. Тяжело будет нам дышать, нечем. Так что такие дела. Да?
Реальный пацан. И сейчас утро, знаете, куда пойдем? Куда? К зубному. Да, завтра к зубному. Так, пришли мы из леса. Вот столько у нас получилось грибочков. Вот такая вот мисочка небольшая. Я их сейчас хорошенько помою, проварю и потом пережарю вместе с картошкой. Будет очень-очень вкусно. Младшие дети это, естественно, есть не будут. Мы им такое еще не даем, еще рано. Ребята, ну вот, грибочки я отварила. Теперь пережарила их отдельно. Сначала грибочки, потом добавила картошечку. И в конце добавлю еще лучок. И на ужин будет вкусняшка. А здесь я поставила варить супик. Побольше картошки и добавлю сюда еще рис. На курином бульоне будет у нас вот такой вот супчик. На этом буду закругляться с видео с нашими грибочками. Грибное видео, можно так сказать. Всем приятного аппетита, кто садится кушать. Всем спасибо за просмотры, за комментарии, за лайки. Спасибо, что смотрите, что ждете наши видео. Ну, и всем пока. До новых встреч. А я буду готовить кушать. Да, Мия? Скажи всем пока. Ой, вот уже лоскунчики маленькие. Что один, что вторая, да? Все, всем пока.